Губкинцев приглашают принять участие в чемпионате по чтению вслух «Открой рот». Всех желающих ждут 1 декабря в 18 часов в Центральной модельной библиотеке. Горожанам предложат прочитать вслух случайные отрывки из прозы и поэтических произведений. Не требуется подготавливаться заранее, нужно всего лишь прийти. И нашим участникам будет представлена на выбор различная литература, это проза, поэзия. И участники без подготовки должны будут открыть, прочитать и поразить наших членов жюри. Их оценят по двум критериям, это техника чтения и артистизм. По итогам чемпионата выберут одного победителя. Он представит Губкинский на региональном этапе. Всех участников ждут подарки от партнеров мероприятия. К участию приглашаются губкинцы старше 18 лет. Необходима предварительная регистрация на сайте откройрот.ком.